Так, инди-игрушка Soul Searching. Игра вышла 16 февраля 2017 года. Жанр инди-выживание и приключения. Игра для одного игрока. Локальный мультиплеер, кооперативная локальная игра. Общий разделенный экран. Также имеется достижение Steam. Контроллер полностью. Да, это Steam-версия игры. Ага, и коллекционные карточки. Игра занимает на жестком диске 266 мегабайт. Так, немножко в игре. Вот чудесный пиксельный инди-рогалик с открытым миром, главный герой которого... Так, главный герой которого отправился на маленькой лодке искать приключения в далеких землях. На своем пути он будет ловить рыбу, улучшать свою лодку, создавать магические заклинания, повстречать добрых людей, призраков и драконов, а также будет делать много другого. Особенности игры: около 3 часов в режиме одиночного сюжета, случайный режим для 1-4 игроков со случайно генерируемой карты, где игрокам нужно действовать сообща, чтобы выжить. Это вот рандом мод. Да, игра у нас на английском языке. Так, существа в море. Драконы, касатки и другие. Острова с большим количеством разговорчивых жителей, а также необитаемые острова. Магические навыки, которые позволяют вам выжить в море более легко. Редактирование вида персонажа, в том числе пол и сексуальные предпочтения. Цикл дня и ночи, который влияет на геймплей различными способами. Обширный саундтрек. Поддерживаемый схема управления. 4 игрока на Xbox геймпадах, 2 игрока на клавиатуре, 1 игрок на мыши. То есть может 1 игрок чисто мышкой управлять, 2 игрока будут играть на клавиатуре, это уже 3, да? И 1, допустим, на Xbox контроллере. Либо 4 игрока на геймпадах. Так, что плюс имеется экстра. Ачивки 8 штук. Закончить историю. Новичок. 4. Ну ладно. Опции. Аудио. Зуминг. Контроллер. Тут различного рода настройки. Давайте начнем. Пол. Мужик. Боди тип, то есть тип тела. А, фат толстый, и такой. Типа пузо упирает. Руки тип. Регуляр. Длинные. И толстый. И долг. Точка. Короткий нужен. Нормально поставим так. Это цвет основной. Красный, пурпурный. Тут их много. Пинк. Розовые глаза. Вот такие. Так, левая рука и правая рука. Сексуальное предпочтение. Это предпочтение дает женщина, может поставить мужчину. Собственно, он будет нормально. Нормальное предпочтение. Так, старт. Поехали.
на VASD, можно на курсоре, то есть вот на стрелочках по этому. И OP, это у нас Zoom. Строится стена сразу. Подходишь, оп. Что это? Ага. Сейчас. Have you seen any dragons? Вот, типа, очень драконов. Тут всякую нам штуку говорят. Так, идем к толстому чуваку. Так, это у нас остров. Это у нас кошка, наверное, бегает хвостиком. Это ящерка у нас. Угу. Или нет, это маленькая ящерка, да? Это енот. Собака, что ли, какая-то. Собачка. Или это собака? Короче, тут что-то у нас интересное с хвостами. Все с хвостами. Идем к клетке к своей. Тут лесенка, да, и он зеленый подсвечивается. Опа, вот прыгаю. Управление лодкой интересно, кстати, вот смотрите. Сюда подхожу. Это зеленое весло становится. И это. То есть управляем либо лево, либо право. Повороты. Либо оба. Ага. Тут у нас рыба плавает, да? Ага, точно рыба. Угу. Так, что мы тут плывем. Идем. Типа, ага. Soul searching. Это душевный поезд. Поезд души. Скорость времени один. Тут какое-то дерево. Типа come back soon. Типа возвращайся назад, сын. Это мать, наверное. Персонаж женский с этим, с крестиком на голове. Типа женская прическа. Поймешь, я вот, наверное, пробежал. Так, идем дальше. Что-то нам сопутствие какое-то. Тут они хороводы водят. Хороводы водят, да? Стоят, контролируют все. Тут чувак у нас стоит. Что-то я не буду говорить с тобой. Поверь, что-то я не могу, что ты тут покидываешь. Это глупо. Понятно, before.
Короче, что-то он огорчился. Пес гуляет. А это кто у нас тут? Хай, Донбасс. Что у нас Донбасс делает? Так, с этим говорили. Какой-то почти как я. Good luck. Поудачи. Так, где какие-то? Мой ребенок, пожалуйста, типа, приди себе. Паска какая. Шпарим, шпарим. О, шайтан. Ты что-то нам сделали. Ага. Так, это у нас монетки. Это голод. Это жажда и энергия. Что-то энергия кончается как-то. Это ключ. Или что-то. Это фигня. А, это спальник, кровать. Восстанавливаемся. Это рывками как-то. О, так. Куда-то мы доплыли. Хрязь. О, вот так можно выйти. Так, как раз сохранена. Последнее сохранение на минут назад. Скорость. А, это пауза, типа, ну да. Какой-то чувачок. Эй, Марио, типа кто-то не... Так, один человек. Типа, искатель души. Этот я. Что-то мертвый тут. Вот. Типа старый парень защищается. Типа эти земли, что ли? Так, нуждаешься в воде и еде в твоих путешествиях. Типа она кончается, да? Так, руки в хранении. Так, фрукт, чё? Подобрать здесь. А, фрукты какие-то тут можешь подобрать. Это неизвестно. А, это могила. Через его тайны. Да, короче, подойдем тут ко всем. Так, что-то больше никого нет. О,
Что это? Грибы, что ли? А, фрукты это яблоки. Или что это? Сразу мне на плод. Так, это у нас. Хе-хе. Попили. Это, наверное, у нас. Это не у нас воду, да? А вот что-то появилось. Так, это что? Тоже что-то взял. Фрукты. Вау, так, перемещайтесь. ВАСД либо кнопки направлений. Так, брак перемещается с помощью мыши. Зум О П. Ага. И закрыть спайс. Нажмите мышку кликать. Так, тут я. Тут Small Island. Сгоняем до туда. Ну, попробуем. Ага. Поворачиваем. Так, вот надо. О. Что это? Лодка моя, плот мой. 11 монетку собрал. А это что за? Бабочка или что это? Так, еще монетка. А, 12. Чайники тут всякие. Так, в принципе, правильно. Давай, погнали. С монетками запариться будет. Ну, тут можно еще взять. Так. Подобрал что-то. Ох ты ж, я вон далеко. Меня никто не съест. Ладно, ладно. Тут что-то у нас. Чуть левее взять. Погнали, погнали. Еще одну возьму. Твою. Что-то в бок тянет куда-то. Так, почему плыли?
Едем, едем, едем в соседние края. Так, здесь потихоньку надо. Хова. Монетку собираем. Теперь три у меня этих штуки какие-то преследуют меня. Помню, что наверху у нас вроде нормально все. Оставить мой пункт. Светло. Тормозим. Кушать хочет и немножко пить. Потерпит. Ладно. Поживем. Почти. Монетка. Ух ты, 22 сразу. 5 монет. Это эти вот надо, да? Я вот это. Стой, 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 стой. Ага. Так, стоять. Возьму вот это. 23 монеты, да? Странно. Одну дали. Эти правда на что ли? Так, как там у нас? Хангер. Чего он голодает так? Так, ладно, пьем. Поели. Едем дальше. Ну, что-то как-то смотреть. Плоховасто. Три этих осталось у меня. Фрукта. Фига у меня плохо. Тихо, тихо, тихо. Монетка. И это бабочка. Ова. Так, ну-ка, забираемся. Чего ты не хочешь? Давай, давай, давай. Так. Вот тут смотрите, какая-то с глазами штука. Тут вот у меня.
Так, не зря мы с вами приехали, в общем, отправляемся на Green Island. То есть, как это там? О, а вышка получается сам фигачит. То есть я вот ничего не нажимаю сейчас. Пробелы надо нажимать каждый. Ну, как бы держать. Нажал, держишь. А мышка вот разок нажал, все. Поперли. Значит, тут все-таки бабочки какие-то, потому что они за мной еще по острову летали. Хавка кончается. Так, ух ты. В принципе, нормально, правильно. Энергия. Стоять. Не спи. Такой типа. Все, не спал сначала. Он кушать хочет. Давай, плывем дальше. Да, недалеко мы. Давай. Монеточки, монеточки. Эй, что это? Ничего не нажимал. Все какой-то. Да потом подходил он сам. Давай, погнали. Хоть музычку нам включили. Стой. Давай, 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 назад, двигай. Так, нормально идем. Эй. Ты чё? Что творишь-то? Куда-то наш плот не туда загнали.
Так, давай сначала проверим. Опять поесть. Погнали. Сносит она скуда, капец. Ёкарный давай. Куда нас несло? Ну так. Ну что-то. Опять жрать хочется, прогнуто. Ну прямо. Плавать так. Эй, пожрать хочешь? Управлять тоже неудобно. Давай, скреби, скреби лопатками. Пить хочешь? Да нормально, потерпишь. Может, мы там воду найдем какую-нибудь. Прямо. Чуть-чуть. Ага. Ну, пить еще захотел. Не поверю. Дрон бесконечно, что ли? О, ветер в нашу сторону. А это что такое? Что это? Огненный дождь? А, это молния. А чем воду поджигает? То есть может быть ей тоже загореться? Шесть монет уже у нас.
знаю, что ты голоден. Сейчас чем-нибудь найдем пожевать где-нибудь на острове. Ага, проверил. Бережок меняется. Лопатой. Весло похоже на лопату. Так, ладно, хочу еще не думать. Пить хочет. Питающий дракон, покажите мне. Ну, бабочка-то есть, летающая. Так, а халявку напились. Так, ну что за кусок? Взял, короче, непонятно. Ух ты, какая лодка. С чем-то она. С удочкой, что ли, в конце. Ну, там карта. Вижу. Ядро с водой. Вижу амик. Сбросился. О, да. Не надо мне. А вот с моим хочет у меня. Так, это кто у нас? Дети, что ли? Какие-то детишки тут у нас, да? Ясно, понятно. Ага. Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Это кто у нас тут? Колобок какой-то. Что-то какие-то пиксели ходят непонятные. Так, че я тут со всеми болтал? Вот этот, по-моему. Что-то я себе на лодку, по-моему, притащил. Кубик какой-то. Непонятно. Так, ну ладно. Первую серию закончим. На этом острове. Дальше, думаю, направимся. Так, может сохраниться сначала, да? Или минут назад сохранение было. Вот, сохранился. А дальше попрем. Бузи Айленд. Хотя вот тут еще вот есть. Эти маленькие, сколько. А, мне. Я, наверное, кусок карты взял. Ну, смотрите, открылись вот эти вот. Три штуки, да, маленьких. Раз, два, три. А, четыре нажми. Острова. Ну, можно на них еще будет сходить. Ну, все. На этом все. Всем пока. Если понравилось, ставим палец вверх. И подписываемся.